сократить время приготовления любимых блюд и не проводить целый день на кухне? Решение есть! Скороварка для микроволновой печи «Суперповар» объемом 3 литра. Главное преимущество изделия – это приготовление под давлением в микроволновой печи. При этом блюдо сохраняет все свои полезные вещества, минералы и витамины. Суперповар – это всегда выдающийся результат. Просто заложите продукты, залейте водой и закройте крышкой. И безупречный результат готов. Благодаря современному дизайну вы всегда можете сервировать на стол блюдо сразу в суперповаре. Изделие состоит из основания и крышки. Объем основания составляет 3 литра. На внутреннюю поверхность нанесены пиктограммы максимальной и минимальной линии заполнения. Максимальная линия заполнения составляет 2 литра. Идеальный объем для семьи из 4 человек. Минимальная линия заполнения 400 мл. Это обеспечит оптимальное функционирование изделия. Гладкая внутренняя блестящая поверхность смотрится очень элегантно, а покрытие Color Control защищает от окрашивания. Внешняя поверхность изделия матовая, это защищает от появления царапин. 4 ребра, расположенных на основании, позволяют плотно закрыть крышку. Надежные ручки позволяют легко переносить изделие. Толстые стенки изделия устойчивы к давлению и высоким температурам. Принт на внешней стороне придает не только элегантный дизайн, но и предотвращает появление пятен благодаря особому составу. 4 ножки на основании изделия предотвращают появление конденсата на столе и обеспечивают циркуляцию воздуха во время приготовления. А теперь давайте остановимся более подробно на крышке, потому что крышка заслуживает особого внимания. Крышка состоит из ручки предохранителя, клапан регулировки давления, датчик давления и силиконовый обод. Ручка-предохранитель предотвращает открытие крышки во время приготовления. На ручке располагаются полезные пиктограммы, которые правильно помогут ее использовать. Итак, как правильно заблокировать и разблокировать крышку, а также показывает область для выхода пара, когда ручка находится в разблокированном положении. Клапан регулировки давления активируется в тот момент, когда необходимый уровень давления достигнут. Он открывается для выхода лишнего пара для того, чтобы обеспечить наилучший результат. Датчик давления показывает, когда давление образовалось внутри скороварки «Суперповар». Тогда крышку открывать нельзя, клапан поднят. Когда давление опустилось, клапан, соответственно, опускается, и вы смело можете открыть скороварку. Обращаем ваше внимание, как правильно крепить ручку. Держите ручку-предохранитель под углом 90 градусов. Вставьте ручку в петли на крышке. Вы услышите щелчок. Опустите ручку-предохранитель. Вставьте пазы ручки-предохранителя в отверстие ручек крышки и емкости. Нажмите до полной блокировки. Закрыть крышку суперповара очень легко. Расположите крышку на емкости так, чтобы стрелка на емкости совпадала со стрелкой на крышке. Теперь поворачивайте крышку по часовой стрелке до тех пор, пока боковые ручки крышки совпадут с боковыми ручками емкости. Если вы встречаете сильное сопротивление, проверьте, правильно ли располагается силиконовый обод под крышкой. Итак, давайте подведем итог. Суперповар предназначен только для микроволновой печи. Не используйте в духовых шкафах, на варочных поверхностях и в режиме гриль. Всегда дожидайтесь, пока датчик давления опустится, и только после этого открывайте крышку. Всегда пользуйтесь варежками-прихватками. Никогда не используйте суперповар без жидкости. И помните золотое правило – 150 мл жидкости на 10 минут готовки. Максимальная мощность 900 Вт, максимальное время приготовления – 30 минут. Добавляйте масло только после приготовления. Не используйте суперповар для приготовления попкорна либо яиц, а также для жарки и приготовления карамели. Все части изделия можно мыть в посудомоечной машине. Для того, чтобы тщательно все промыть, разберите изделие. Убедитесь, что силиконовые части, клапаны и силиконовый обод не соприкасаются с острыми изделиями. Если еда прилипла к изделию, замочите суперповар в теплой мыльной воде. Не используйте абразивные моющие средства, они могут оставить царапины на изделии. Некоторые продукты, такие как специи, карри, либо томаты, могут стать причиной окрашивания изделий. Помните, что это не является гарантийным случаем и не влияет на функциональность изделия. Готовьте под давлением пара в микроволновой печи. Это быстро, вкусно и полезно.